Меня поразило не только размах гостеприимства, которое предложила юбилейная республика Тыва, но и фестиваль начался большим, не просто великолепным, а великим концертом. И причем это был концерт традиционного тывинского или центральноазиатского искусства. В основном выступал национальный оркестр, но выступали певцы горлового пения, выступал там русский ансамбль староверов, потому что в Тыве есть отдаленные районы, где селятся староверы. Но вот смотришь такой концерт, да, и понимаешь, что вот такая великая культура может быть только у великого народа.